Давайте я сейчас тогда. Все, звук я включил. То есть. Коллеги, добрый вечер. Мы сейчас начинаем наш семинар. Секунду, я прям открою. Единственная просьба, выключайте микрофон, чтобы я не приходилось это делать. Вы когда самостоятельно это делаете. Свою я тут закрыть. Так, сейчас я открою. Так, коллеги, у кого-то включен микрофон, сейчас я пытаюсь выключить, и мы начнем. Меня видно, слышно, все хорошо. Напишите в чате. А, все видно, я понял. Так, ну что, давайте начнем. У нас сегодня с вами семинар «Приведение процессора в обработке персональных данных в соответствии с требованиями законодательства». Это тема из курса, это одна из тем курса построения защиты персональных данных, который стартует у нас на следующей неделе. Курс подразумевает 16 академических часов, идет в 2 дня, выходные. Поэтому здесь мы сегодня рассмотрим только одну из тем, ну, в таком сокращенном виде, но тем не менее, я постарался, чтобы она была вам полезна, и чтобы вы всегда могли ее использовать в своей работе, при подготовке. Вот. Если какие-то вопросы будут возникать, вы, конечно, можете далее там задавать их после данного семинара. Что, давайте познакомимся. Меня зовут... Так, сейчас перейдем по слайду. Все открылось. Меня зовут Суслов Александр. Коротко о себе. Опыт работы в области информационной безопасности и информационных технологий более 16 лет. Начинал я как больше IT-специалист, но уже там более 9 лет я в информационной безопасности. Более 10 лет это банковский опыт. Образование увидите на экране. Соответственно, это было изначально техническое, потом больше в менеджмент. И там, проекты, по которым я работал, тоже вы видите на экране. То есть это и приведение в соответствие там, с законодательством 152, о национальной платежной системе, там, приведение в соответствие с PCI DSS и так далее. Ну, в основном это банковский опыт. И сейчас я там работаю в области информационной безопасности в крупной инвестиционной компании. Ну, тоже, собственно, регулятор сейчас обратил внимание на инвестиционные компании, и как бы в принципе сейчас начинается похожая тема, что приводит в соответствие банки и инвестиционные компании, брокерские, депозитарные и так далее. Идем дальше. Теперь о центре. Центр уже больше 27 лет на рынке. Здесь более 1000 курсов, 250 преподавателей, там 35 тысяч корпоративных клиентов, ну и, конечно, там более 1 миллиона выпускников. И это, на самом деле, большой плюс данного центра, что вот это общение, которое получают, скажем, слушатели на курсе в аудитории, оно позволяет им так, получить хорошие связи, помощь, которая позволяет им там, создавать более серьезные проекты, потому что, в принципе, вот, как было замечено уже не раз, после курсов люди продолжают общаться и там делятся своими наработками и далее.
программу курса, общего курса по защите персональных данных, да, то есть мы изначально рассматриваем нормативную правовую базу, все нововведения, которые были в последние годы, там, ну и вообще исторически, как сложилось, там, как, чтобы вы знали, ну, от конвенции, Европейской конвенции, да, там, до принятия 152-го закона и там, поправок, которые там, в последние месяцы уже проходили. Соответственно, следующая тема – это проведение процессов обработки персональных данных, которые сегодня мы рассмотрим. Дальше мы рассматриваем порядок работ по созданию защиты. Там мы рассматриваем создание модели угроз, также практическая работа по созданию модели угроз. Узнаем про уровни защищенности, как их правильно определить и какие требования необходимы для того, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Рассматриваем технические средства защиты информации, да, что удобнее, что и где можно сэкономить, на каких моментах, такие, скажем так, лайфхаки в данной теме. И рассматриваем ответственность за нарушение законодательства, да, то есть какая она бывает. Ну, это в конце сегодняшней презентации я также слайд приложил для того, чтобы для понимания его можно будет. Ну, там основные статьи есть. И рассматриваем проверки регуляторов, какие они бывают, наши права, обязанности и так далее. В рамках проверки регуляторов рассматриваем конкретные запросы Роскомнадзора, которые были в компаниях, и проходим по каждому пункту, что требуется предоставить, как закрыться. Таким образом у вас появляется понимание, что будет, когда придет проверка Роскомнадзора, и что, собственно, надо сделать для того, чтобы к ней подготовиться. В конце вы получаете как такой краткий план по действиям. С чем курс поможет, да, то есть познакомить с законодательством, о том, что я уже сказал. Кто обычно приходит на курс? Это очень часто сотрудники IT-подразделения, сотрудники подразделения ИБ, HR и уже несколько раз, да, на курсах были разработчики информационных систем, которые, собственно, разрабатывают средства защиты. То есть они хотят понимать конкретно потребитель, что требуется потребителю, потому что что-то разрабатывают там, в соответствии с ГОСТами и так далее, да, но не до конца знают саму проблематику, самого законодательства. И вот несколько раз уже были именно представители разработчиков данных систем. Что касается актуальности курса, на текущий момент мы все чаще и чаще слышим... Да, здравствуйте. На текущий момент мы все чаще и чаще слышим о том, что у нас произошли какие-то утечки конфиденциальной информации. То Сбербанк, то Альфа-банк. Недавно были новости там на РБК, на CNews. Поэтому таким образом мы все чаще и чаще слышим об этом, и роль повышается. То есть, сейчас повышается, также рассматривается законопроект о повышении штрафов за нарушение законодательства в области защиты персональных данных. Поэтому, как видим, что достаточно актуальна эта тема. Перейдем к законодательству. Что касается законодательства, то есть какие порталы я рекомендую использовать? Это портал в СТЭК, да, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Там очень есть интересный ресурс, это банк данных угроз безопасности информации, где вы можете познакомиться с угрозами, которые вам потребуются при построении модели угроз. Ну и там же находятся документы, которые... можно скачать в общем доступе, чтобы не искать их. Федеральная служба безопасности. Это все, что касается криптографической защиты. Там вы это сможете найти. Роскомнадзор. И там есть специальный портал по защите персональных данных. На нем, соответственно, размещены реестры операторов. На нем можно подать заявление о включении в реестр. Изменения. Все можно подать в электронном виде.
Естественно, это гарант-консультант, это информационные правовые порталы, которые тоже позволяют вам быстро искать информацию. И, конечно, личный кабинет. После курса основного там появляется достаточно большое количество документов, там, наверное, уже больше 50. Это все, что обычно запрашивают слушатели. Мы обмениваемся, делимся информацией, какие-то шаблоны документов мы также получаем. Будь то приказы, инструкции, модели угроз и так далее. Что касается законодательства. Кратко мы его видим на слайде, да, то есть, скажем так, это вот основные моменты, и более вот, скажем так, подчеркнутые, это то, что как бы, нам потребуется, то, что мы сегодня рассмотрим. Европейская конвенция, там наш стандарт европейский GDPR, его также мы касаемся немного на курсе, и мы сравниваем, насколько там данный стандарт, то есть применение, например, 152 ФЗ, да, насколько оно, например, перекрывается требования GDPR. Мы эти требования сравниваем частично, потому что у стандарта есть такой момент, что он имеет экстерриториальное действие, даже если мы работаем в России, но с там, резидентами или гражданами Евросоюза, то мы как бы попадаем под действие данного стандарта. И как бы в прошлом году, когда он был принят, компании озаботились, да, то есть мы там все чаще видим, что появляется на сайтах предупреждение в соответствии с данными стандартами. Вот. Дальше, соответственно, из законодательства 149 закон об информации, информационных технологиях и защите информации, 152 закон, указы президента, постановление правительства. Очень важный для нас это 1119 постановление от 2012 года. Документы в СТЭК важны для нас, приказ 21. Также методика по определению актуальных угроз важна, и мы ее рассмотрим, и базовая модель угроз безопасности персональных данных. Идем дальше. Давайте более конкретно пройдемся по каждой. То есть Конвенция Совета Европы, она была принята в 1981 году, в 1999 ее обновили. В Российской Федерации ее подписали в 2001, но ратифицировали в 2005. Цель была такая, чтобы как-то уравнять все права и свободы, требования к защите персональных данных в Евросоюзе, чтобы страны, которые приняли данную конвенцию, они как бы обеспечивали равные требований по защите. В России она была принята с исключениями, да, то есть исключения в следующих случаях. Это для личных семейных нужд, это гостайны, защита гостайны и ограничение прав субъекта на доступ в целях защиты безопасности государства и общественного порядка. В принципе, вот эти вот три вещи, они как бы идут через весь закон 152 ФЗ. То есть все, что касается семейных нужд, попадает под исключение, гостайна попадает под исключение и там охрана безопасности. GDPR, соответственно, как уже говорили, там 25 мая 2018 года начал свое действие. И что важно, что имеет экстерриториальное действие и очень высокий штраф для компании. 152 ФЗ, закон уже получается 13 лет. И, соответственно, требует от операторов персональных данных правильной обработки и защиты персональных данных. У нас три основных проверяющих органа – это Роскомнадзор, СТЭК и ФСБ. Соответственно, закон касается тех, кто обрабатывает данные физических лиц. Ну, не знаю, известно вам, неизвестно, то есть 28 января, начиная с 2007 года, это Международный день защиты персональных данных. Обычно после курса это дата входит, становится... скажем так, люди обращают на нее внимание и как-то вспоминают об этом. А что еще важно? 242 закон, это тоже стоит его рассмотреть. Он в 149 вносит порядок ограничения доступа к информации. Да, то есть вот эта статья, она позволила, определила правила для Роскомнадзора там, по блокировке данных. И в 152 закон было внесено те пункты, которые касаются, что базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, они должны храниться, базы данных должны находиться на территории Российской Федерации. И, собственно, если
ну, скажем так, в случае нарушения у нас Роскомнадзор имеет там права в соответствии с 49-м законом там, по блокировке. Ну и все помнят историю с LinkedIn, когда они отказались, и до сих пор они у нас заблокированы. 149-й закон у нас, соответственно, вносит классификацию информации. Она у нас делится на ограниченный доступ и общедоступную. Собственно, ограниченный доступ — это разные, это виды тайн: государственные, служебные, коммерческие, иная и персональные данные. И общедоступные. Также делится на три подпункта, которые подлежит распространению, свободно распространяемое и предоставляется по согласию. Персональные данные были еще внесены в 1997 году там приказом, указом президента в перечень сведений конфиденциального характера. Следующее важное постановление 1119, оно утверждает требования к защите персональных данных, и оно, это прям рабочий документ, с которым нам, ну, плотно необходимо работать в момент, когда вы там выстраиваете процесс защиты у себя в компании. 687-е постановление правительства – это все, что касается обработки, неавтоматизированной обработки данных. Но здесь очень важная вещь – это определить места хранения, установить перечень лиц, раздельное хранение материальных носителей, которые используются для разных целей, и, ну, соответственно, даже соблюдаются условия, обеспечить сохранность. О них более подробно обычно мы рассматриваем на курсе. 21-й приказ ТЭК у нас утверждает состав и содержание организационных и технических мер. Ну и опять же, методика определения актуальных угроз, она потребуется для составления частной модели угроз и базовой модели угроз безопасности персональных данных. Очень достаточно старый документ, он у нас еще был разработан в 2008 году, но до сих пор не переработан, и модель угроз оттуда базовую можно взять и ее там доработать в соответствии с вашими требованиями. Ну и, собственно, перейдем непосредственно к самим процессам. Первое – это что такое персональные, ну, то есть давайте определим сразу, что такое персональные данные. То есть у нас есть определение, вы его видите на экране. Ну а по факту это вся информация, которая используется для идентификации. И, например, один из вопросов – является ли просто фамилия, имя, отчество персональными данными? Ну, как бы, если брать там как, вот, исторически, там, обычно мы так считали, что вот есть FIU, да, то есть, соответственно, оно как бы является персональным данным. На самом деле, вот разъяснение Роскомнадзора, оно говорит о том, что по своей природе это не персональные данные, это такой набор там, фамилии, имя и отчество, да, но по которому нельзя определить принадлежность человека, ну, идентифицировать человека. Вот, но если добавляются какие-то уже данные, там, для идентификатора, да, то это уже становится персональными данными. А второй вопрос, если у нас есть набор данных, но нет FIO, будет ли это являться персональными данными? Вот, и как бы многие тоже говорили, что нет, наверное, это не будет являться персональными данными, но если вот мы посмотрим ссылочку внизу, ну, это постановление, это решение суда, а там... История такая, что компания занималась контекстной рекламой в интернете и, собственно, там собирала куки в интернете, собирала IP-адреса, но и при этом не видела, ну, скажем так, FIU не собирала. Вот. Но суд решил, что это персональные данные, поскольку используются для идентификации. То есть, если наша цель – это идентифицировать, мы по данным и проводим идентификацию клиента, то это будет попадать под персональные данные. Оператор, собственно, ну, мы видим, что это может быть госорган, муниципальный, юридическое, физическое, там, лицо и так далее. Ну, формально все, если мы работаем с персональными данными, там, то есть нам необходимо исполнять требования закона. Обработка. Ну, тут тоже, собственно, тут все действия прописаны. То есть, если проще, то если мы храним, записываем, ведем в блокноте, там, мобильные телефоны, там, ну, телефонную книгу, да, у себя, мы попадаем под, ну, то есть под определение обработки персональных данных.
Соответственно, условия обработки вы видите на экране. То есть, собственно, здесь просто, да, то есть, если у нас есть согласие, мы имеем право обрабатывать, да, либо там для там, достижения там, цели предусмотрены международными договорами и законами, там, участие в судах, исполнение полномочий органов власти, исполнение договоров стороной, по которым является субъект персональных данных. Но здесь идея такая, что вот, например, исполнение договора стороной, которой является субъект персональных данных. То есть, казалось бы, пришел человек заказывать окна в компанию, да, то есть заполнил договор. То есть, по идее, да, то есть мы имеем право обрабатывать персональные данные. Но это цель какая? Заключил, мы записали там его паспортные данные, да, в договор их положили. Если мы начинаем вести уже там базу данных, мы записали его на телефон к себе в CRM-ку, например, да, то есть все, мы уже должны взять с него согласие на это. Это вот это важный момент. То есть этот пункт не исключает того, что если мы с человеком договор, значит, мы можем его данные обрабатывать дальше. Все, цель достигнута, данные удалили. Соответственно, осуществление прав и законных интересов оператора по возврату просроченной задолженности. Здесь стоит отметить, что это пункт, который был также внесен не так давно, это касается там, АСВ, то есть ну, там, Центрального банка, то есть в плане того, что это не значит, что коллектор имеет доступ там, обрабатывать ваши персональные данные без вашего согласия. Осуществление профессиональной деятельности журналиста, научной или литературной деятельности, в статистических и исследовательских целях, обязательно при обезличении, ну и сделанные общедоступными. По поводу тоже сделанными общедоступными, какая типичная ошибка? Если мы взяли там, резюме кандидата с HeadHunter, да, и мы говорим, что он сделал их общедоступными, на самом деле он может в какой-то момент закрыть эти данные, и они больше не будут общедоступными. И при проверке, когда у вас обнаружатся эти данные, вас попросят показать согласие. И там, мы дальше увидим, собственно, как бы Роскомнадзор как раз при проверках и спрашивает вот, именно согласие и правильную работу с кандидатами и соискателями. Ну и подлежащих опубликованию и обязательному раскрытию. Это касается госслужащих. Ну, например, мы все знаем, что декларации наших чиновников, они подлежат раскрытию доходов родственников, их родственников также. Вот это все. Собственно, как определить, попадает ли ваша организация под действие 152 ФЗ? Да? То есть достаточно просто. У нас типичный случай. У нас на сайте установлены системы как аналитики, у нас бизнес-процессы подразумевают вот информацию о персональных данных. Вот, мы имеем какую-то систему лояльности, мы храним наших клиентов в CRM-ке, вот, запрашиваем данные о клиенте на сайте или в офисе. Ну, либо используем любые механизмы там, сбора данных. Что требует закон? Закон у нас требует принимать правовые, организационные, технические меры. И вот кратко вот это так. Да? То есть мы должны назначить ответственное лицо, или разработать внутреннюю документацию, локализовать базы на территории РФ, реализовать техническую защиту, соответственно, подать уведомление в Роскомнадзор и подписать там, соответственно, документы, включить пункты о безопасности, документы. Вот. И обязательно обучить сотрудников требованиям законодательства, ответственных лиц. Собственно, что делать? Это ключевой вопрос. Как с этим бороться? Такая вот картинка небольшая, то есть это разработать документы, это добавить пункты о безопасности договора. Ну, я обычно рекомендую еще и заключать NDA с компаниями, которые с вами работают, да, то есть о неразглашении конфиденциальной информации. Разработать и разместить политику на сайте, политику по обработке персональных данных. Это, кстати, очень важный момент, потому что Роскомнадзор следит за тем, что у вас политика размещена. И в моей практике было, когда к нам в компанию пришел запрос о том, что а где, собственно, у вас политика. А у нас был переезд сайта, и как бы, как обычно, там, забыли, не все, перенесли не все. Вот, мы политику добавили, да, объяснили ситуацию. Вот, ну, штрафных санкций никаких не последовало, но как минимум обратили внимание.
Не знаю, как это совпало, потому что, ну, собственно, с момента переезда сайта прошло 3 месяца где-то. Вот, и как бы они так достаточно быстро, ну, не знаю, это, скорее всего, совпало, они так быстро обратили, что они обратили. Следующее – это собрать согласие. Очень важно определить верные цели обработки персональных данных, подать уведомление в Роскомнадзор, ну и реализовать техническую и организационную защиту. Согласие на обработку, соответственно, ну, субъект там, свободный своей воле, в своем интересе дает, принимает решение о представлении его персональных данных. Оно может быть отозвано субъектом персональных данных, и это тоже часто бывает. И при проверке это тоже спрашивают, там, как бы просят реестр входящих писем, да, то есть где там и еще, ну, смотрят, что если у вас было отозвано согласие, то есть удалили ли вы персональные данные или нет. Обязанность предоставить доказательства получения согласия возлагается на оператора. И здесь очень важно, если вы поручили обработку персональных данных третьему лицу, то все равно вы обязаны предоставить согласие, вы отвечаете как оператор, а уже третье лицо, кому вы поручили, оно отвечает перед вами за какие-то нарушения. Может быть, в письменной и электронной форме, и если там субъект не дееспособен, то его законный представитель. Ну, в случае смерти это дают наследники. Соответственно, согласие должно содержать фамилию и отчество. Ну, то есть здесь достаточно большой список, мы не будем на нем останавливаться, он достаточно хорошо описан. Но за неправильное там согласие там обычно на курсе мы рассматриваем там судебную практику, и за неправильное там были случаи, когда неправильно оформлены согласия и были наложены штрафы на компанию. Кстати, тоже такой интересный момент был. Был вопрос представителям Роскомнадзора. Вот если есть компания, да, то есть у нас там, ну, к примеру, 1000 человек, да, забыли взять согласие на передачу данных третьему лицу, ну, кому-то, например, да. Вот это, и забыли взять с 1000, ну, у всех, данного. Это одно нарушение или 1000? Вот. И как бы ответ такой, что, ну, как бы сейчас это трактуется как одно, но может быть и 1000. То есть Роскомнадзор вправе сам выбрать, как это трактовать. Это было в одном из ответов. Обычно его здесь нет, но мы представляем этот ответ, там интересно почитать. Так, какие дополнительные формы согласия попросят на проверке? Ну, это прямо из реального запроса. То есть это форма согласия соискателя на замещение вакантной должности, копия заполненной формы, содержащей персональные данные. Форма согласия посетителей офиса, да, то есть вот здесь вопрос, да, то есть приходят люди в офис, оставляют свои персональные данные, паспортные данные, водительские права, вот, и как бы, и что делать, да, то есть не с каждого это сложно собрать. И здесь тоже один из вариантов, мы рассматриваем этот случай, для однократного прохождения посетителя брать согласие не требуется. Вот, но там дальше уже есть нюансы, там, как бы, как это делать. Соответственно, форму согласия работнику, оператор на обработку персональных данных, ну, когда при устройстве на работу, да, то есть это требуется. И форму согласия родственников работника на обработку персональных данных. Сейчас будет один вопрос, я как раз к этой части. Вопрос, нужно ли получать согласие, если медицинская организация разместила на информационном сайте сведения о медработниках, там, уровне их образования и квалификации. Ну, то есть персональные данные своих медицинских работников на сайте. И ответ нет, потому что это предусмотрено законодательством. По поводу вот согласия родственников. То есть у нас при заполнении анкет на работе мы еще даем там информацию о своих родственниках. И вопрос, требуется ли брать согласие или не требуется. И здесь по трудовому законодательству для формы Т2 нам не требуется брать согласие. Вот, но здесь очень важный момент, да, то есть очень часто там служба безопасности проводит
ну, дополнительную проверку родственников, да, запрашивать, там, не посмотрели нам кредитные истории там, и так далее, и так далее. И важно, чтобы вот при, в таких случаях согласие было. Потому что если там все, что за рамках Т2, да, то мы должны брать согласие с родственником. Вопрос, нужно ли передавать согласие, если мы передаем в фонд социального страхования. Ответ нет, потому что это предусмотрено Трудовым кодексом. А, вот интересный момент, там, ну, в практике, там, доска подсчета, да, любимая тема, да, то есть сейчас как-то меньше, но был момент, когда там компании возвращались к системе, там, мотивации, да, с досками подсчета, да, и вопрос, а нужно ли брать согласие. Тема со школьниками, лучшие ученики школы, это тоже прям на, вот, ну и, конечно, да, надо брать согласие, что мы размещаем людей на своей доске подсчета и так далее. Кстати, мне рассказывали слушатели, были представители одной из школ, вот, они вывесили учеников на портале, ну, на своем школьном сайте лучших. Там же, ну, взяли с них согласие, и, несмотря на это, им просто позвонили и сказали, что убери, лучше уберите. То есть такой момент был, что со школы лучше уберите. Но здесь законы представителей там дают согласие. Если не способны, то это да. Что должна содержать политика? Рекомендация поставления документа. То есть, ну, что, короче, по политике. У Роскомнадзора есть рекомендации по составлению документа. И там достаточно хорошо прописаны, ну, вот, те пункты, которые там должны быть. Собственно, что я обычно советую. Да, то есть, потому что бывает собрать какой-то, ну, прям вот взять и наваять этот документ достаточно сложно, разбираться и так далее. Вот, посмотреть уже, что называется, конкурентов, да, в этой отрасли, что у кого подготовлено, то есть и возьмите за основу что-то лучшее. Там, у банков обычно хорошее согласие, потому что у них большой перечень персональных данных, вот, и у них хороший штат, который позволяет там подготовить хорошие документы. Вот, ну и, собственно, удалить лишнее и при этом сделать свое. Что касается плана. Вот план, он вот он такой. Сейчас, секунду, я прям открою документ, покажу его. USB-диск не читается. Ну ладно, тогда пройдем так. Соответственно, по плану все начинается, конечно, с аудита, да, мы должны понять, что происходит. Для этого мы формируем комиссию. То есть мы должны создать комиссию приказом, соответственно, как бы определить состав комиссии, сделать положение комиссии, шаблон документов, как бы там приблизительный шаблон, они есть. Соответственно, определяем ответственных за хранение, определяем перечень лиц, перечень, соответственно, мест хранения наших персональных данных, категории персональных данных. И все это дело описываем, документируем в соответствующем виде. Очень важно, кстати, на этом этапе посмотреть, а не нужно ли нам что-то удалить. Потому что там, если мы... у нас есть... там, категории персональных данных, и если мы, например, в зависимости от того, какие персональные данные мы обрабатываем, у нас определяется уровень защищенности, и там, чем, соответственно, зависит от уровня защищенности, там требования определенные. И чтобы как бы сэкономить, да, на средствах защиты, да, то есть чтобы уменьшить эти вещи, надо посмотреть, может нам что-то удалить, там, может нам не надо знать национальность наших клиентов там, и так далее.
Вот. И вот эти вещи, там, или биометрические данные мы там, например, не собираем, или они нам не нужны. И тогда мы, соответственно, можем у себя упростить работу. А вот эти вещи лучше сразу отследить. Потом мы готовим, соответственно, требования по защите. Это мы определяем актуальные угрозы. А здесь очень важно правильно выбрать уровень актуальных угроз. То есть в большинстве случаев для компании мы выбираем там угрозы третьего типа, и потому что мы для большинства компаний именно они подходят. Подаем уведомления, разрабатываем организационную документацию техническую и, соответственно, внедряем средства защиты информации. Все это сопровождается там приемом с достаточными испытаниями. Дальше. Собственно, очень важно, я вот прям рекомендую, обычно какие проблемы возникают в компании, когда начинается приведение в соответствие, да, то есть назначают человека, да, то есть там собираются, как обычно, IT, ИБ, юриста, HR, да, почему-то бухгалтерию редко зовут, и начинают делить, а кто же у нас является ответственным. Вот, и в данный момент, когда там, если они не договорились, обычно генеральный директор почему-то, такое тоже бывало, когда назначают, просто подходит к генеральному директору, подписывает уведомление в Роскомнадзор, и он там является ответственным за все. Вот. Но важно, что если назначили ответственного, здесь надо правильно построить проект, потому что на этого человека, получается, он как бы за все становится за все ответственным, никто дальше не помогает. А работы много, и IT-подразделений, и юридического отдела, и кадров, и так далее. Поэтому вот такие рекомендации я прям советую, чтобы сразу определить цели, чтобы от вас ждали там такие-то действия, чтобы у вас был всегда бюджет, потому что там тоже вещь дорогостоящая, да, внедрение средств защиты. И иногда требуется защищать средства виртуализации, это тоже очень дорогостоящая и непростая работа. Там, внедрять сертифицированные средства защиты, то есть когда у вас там было куча несертифицированных средств, да, их нужно поменять на сертифицированные в определенных случаях. И вот эти вещи надо сразу определить, чтобы у вас была поддержка. Да, и, собственно, вот критические факторы успеха, которые вам, скажем так, помогут пройти. Перейдем дальше по уведомлению об обработке персональных данных. Да, то есть вы должны обязательно подать уведомление перед началом. Что касается уведомления, оно требуется не всегда, но... Да, в каких случаях оно не требуется? Когда у нас данные обрабатываются соответствующим трудовым законодательством. Ну, например, у нас есть, мы небольшая компания, вот, и мы как бы вот, у нас только наши клиенты, и мы дальше других, мы, скажем так, не ведем ни CRM-ку и так далее. Тут прописано, да, то есть вы видите сейчас большой список, да, но есть вот такой запрос. Запрос Роскомнадзору об обязанности уведомления. В принципе, все, что я вот сегодня рассказывал, это прям прописано у них. То есть это уведомление, которое рассылают, прям даже недавно было в одной из компаний. Сейчас я вам открою его. Собственно, вот такое уведомление приходит в компанию, да, и в котором, в принципе, описаны основные моменты, да, то есть, что у нас есть 152 закон, да, и что у нас Роскомнадзор является уполномоченным органом по защите прав уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Соответственно, на территории Москвы уполномоченный орган является управление Роскомнадзора по центральному округу. И поехали. Использование личных данных работников, фамилии, имя, отчество, адрес, паспортные данные, сбор анкет, резюме кандидатов, направление третьим лицам списка сотрудников при оформлении медицинских полисов, перечисление денежных средств на зарплатные счета, предоставление в военный комиссариат список военнообязанных сотрудников, сбор и использование персональных данных клиентов,
и так далее, является обработка персональных данных. Да, то есть они рассказали, что такое обработка. Дальше. Кроме того, деятельность по предоставлению финансовых услуг предполагает наличие договорных отношений с потребителями услуг, в рамках которых собираются персональные данные иных лиц, доверенные лица, сведения о поручителях и прочее. При этом напрямую с иными лицами договор не заключается. Например, при подаче онлайн-заявки на кредит в адрес финансовой организации передаются данные третьих лиц, при этом напрямую с ними договор не заключается. Также предполагается передача персональных данных потребителю услуг третьим лицам. Данный вид деятельности не попадает под исключение, а вот эти исключения мы, вот они, да. То есть мы говорим, что у нас вроде бы компания небольшая, она как бы там не ведет, но Роскомнадзор говорит, не, вы ведете, скорее всего, вы ведете. То есть позиция такая, что вам надо подавать уведомление в Роскомнадзор. Да, и дальше, соответственно, они говорят, то есть таким образом ваша компания является оператором, соответственно, вы должны подать в уполномоченный орган намерение осуществлять обработку персональных данных. Ну и дальше, соответственно, каким образом мы и куда вот это вот адрес, да, мы должны. И ответственность, да, что будет, если нет. Да. А, момент такой. Часто задают вопрос, а вот мы там работаем уже давно, и мы уведомления не подали. И вот мы сейчас боимся подавать, потому что, ну, что светиться, мы же не подали. Вот. Но, опять же, по моей практике скажу, что нормально все происходит, подаем, добавляют, и никто не, ну, как бы, запросов там, штрафных санкций не было. И после этого там никто не приходил там с проверкой и так далее. Но плановые проверки, да, на сайте Роскомнадзора план проверки есть. А план проверки, он там небольшой, в основном там обычно там операторы связи, там у нас страховых очень много, НПФ. Вот. Ну, то есть это более крупные компании, мелкие компании как-то мало. Вот. Но в целом и там могут же, то есть в случае там каких-то жалоб, да, там и так далее, могут же там и в принципе, да. Вот. Ну, на курсе мы это, опять же, там проверки смотрим, ну, то есть рассматриваем, да, и сам документ, в котором там, ну, сам план проверки, который был там реальный там, в прошлом году, мы его рассматриваем. Не знаю, в этом году я, наверное, не найду, но мне кажется, не меняется. Потому что в 2017 году был один, ну, план. И я в 2018 смотрел у компании, был такой же план проверки, то есть у них входа. Поэтому там, с точки зрения уведомления, ну, надо подавать, да, то есть если вы ну, в большинстве случаев. Но для этой компании, например, мы написали, что нет, мы все-таки не будем подавать, потому что там реально компания не вела деятельность. Вот, и по факту там мы не подавали, мы отписали им так. Что касается уведомлений, его заполнять надо можно заполнить на электронную версию, да, то есть вы заходите на портал Роскомнадзора, портал персональных данных. Там достаточно просто и понятно с подсказками заполняется, отсылаете. Главный ключ не забудьте списать, чтобы в случае изменений вам могли повернуться к этому документу, не заполнять все по новой. После этого подписывайте, отправляете, и где-то там недельки-две, и вы уже попадаете в реестр. Также можно запросить выписку. Вот выписка идет чуть дольше, то есть там, ну, где-то месяц-полтора прям. Вот, то есть это вот. Ну, содержание уведомления, соответственно, это все есть при заполнении электронной версии, да, соответственно, вы это все там увидите, это все ясно и понятно. Что очень важно, не забывайте, если у вас какие-то изменения произошли, вот, не забывайте подать, потому что если вы забыли это сделать, ну, поменялся у вас ответственность, например, да, там у вас не так много времени, или поменялся юрадрес, у вас не так много времени на подачу изменений, там, по-моему, порядка 10 дней. Вот, на изменения, а это будут смотреть, да, то есть при проверке это смотрят, смотрят, то есть когда были изменения и как там реестр писем, да, когда вы отправили. Ну, собственно, регистрация, да, 10 дней в случае изменения, то есть регистрация операторов. Если вы подали, вас ну, там, не добавили, то 30 дней на уточнение данных дается. Также, ну вот ключ, кстати, это в электронном виде, да, то есть номер уведомления, ключ, да, это вы его, если вы не распечатали данное заявление, да, то обязательно спешите, чтобы вам потом повторно не заполнять. Что еще важно?
Это самый электронный вид, да, вы его просто подписываете, ставите печать, отправляете по адресу, который есть. Там все достаточно удобно сделали. Также на сайте есть электронная форма, куда отправлять. Я сейчас не помню, там в этом, сейчас мы дойдем, там административная ответственность будет, там штраф небольшой, но он, тем не менее, он есть. Да, то есть. Так, соответственно, необходимое уведомление о прекращении обработки, то есть, ну, в какой случае они подаются, да, в случае ликвидации, прекращения деятельности, аннулирования лицензии и, собственно, решение суда, да, ну, тоже так, надо подавать. Получение выписки мы с вами проговорили. Ну, выписки из реестра операторов приблизительно вот таким образом, да, то есть просто вот вам говорят, да, там номер приказа и так далее. Ну, честно говоря, редко, когда оно требуется, вот я прям такого вот и не помню, то есть чтобы у меня прям запрашивали кому-то. Но иногда бывает, что как бы компания, когда там представляет какие-то услуги, да, их хотя бы там спрашивают, ну, чтобы удостоверить, что ну, действительно компания как-то хотя бы задумалась о обеспечении безопасности, не спрашивала, хотя бы в реестре операторов есть, ну там красиво, там презентовать бумажку можно. Но по факту можно всегда сказать, что вы у нас на портале посмотрите, там мы есть. Соответственно, по штрафам, да, по ответственности, да, то есть у нас есть, мы рассматриваем, но это ответственность не только там за нарушение в области персональных данных, да, то есть здесь больше там административная, да, это в принципе ответственность, а вот там есть и уголовная ответственность, это больше за там разглашение там за другие виды вещей. Но тем не менее, к чему может привести там небрежное отношение к персональным данным. Ну, например, там мы рассматриваем случаи, когда там взламывается система, когда персональные данные утекают, мы их распространяем, да, там, или ну, там административные. Да, но если там взлом, вот, но если, например, взлом лица, которые взламывали, там уже уголовно, да, то есть административная была наложена на Сбербанк, как на юрлицо, вот, за то, что у них там требования нарушены, а это административно, а на лиц, которые, собственно, вот, получили неправомерный доступ к информации, у них там уже другой вид ответственности. Но опять же, там тема, касающаяся, опять же, там, трудового кодекса, мы также рассматриваем, за что можно получить увольнение. Документами об окончании является свидетельство, удостоверение, сертификаты. Ну и давайте, у нас, в принципе, уже время, конечно, закончилось, но давайте вернемся. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Если что, их можно отправить на мой email. Вот я там в течение 3-4 дней смогу на них ответить, в зависимости от загруженности. И если что, если более интересно, то приходите на курс, он начнется в следующую субботу. Выбирайте наш любимый центр специалист. Так, что у нас по вопросам? Правомерно ли банковская организация у нас открылся сейчас зарплатный счет? И после того, как открылся зарплатный счет, всем стали звонить другие кредитные организации, не Альфа-банк, где мы открыли зарплатный счет, а Тинькофф. Все остальные банки, которых я даже не слышала, с предложением о кредите. То есть у них не было этих данных, да? И как только мы передали данные о зарплатном проекте в Альфа-банк, получилось, что о нас узнали все. Все жалуются, только я, да? То есть, получается, Альфа-банк предоставил информацию третьим лицам, другим своим банкам, да? Коммерческим организациям. То есть это как? Можно как-то привлечь к ответственности? Я понимаю, что доказать это будет. На самом деле здесь вопрос возникает другой. Когда к вам приходит, ну как вам обзванивают, делают предложение, здесь задается вопрос, на основании чего вы обрабатываете мои персональные данные? То есть, ну, Тинькофф, например, да, вы говорите, откуда у вас информация у меня? И здесь вопрос, и здесь, да.
Здесь как бы сейчас в данном случае там Кальфе, конечно, можно задать вопрос, да, но это там как бы другой вопрос. Да, а вопрос больше сейчас на основании чего обрабатывает Тинькофф, да, то есть здесь запрос можно делать там такой-то, что от вас позвонил, поступили какие-то моменты. Согласно обработке своих персональных данных я не давал. Вот, и здесь можно опять же там жаловаться в Роскомнадзор на эту тему, к примеру, да. Вот. Но опять же, там потом окажется, что это и не Тиньков совсем был, и кто-то другой какой-то колл-центр, и вообще какие-то агентства. И там, то есть, что больше может так быть, что это был и не Тиньков. Ну, или они скажут, что это был какой-то другой колл-центр, к примеру. Да, кстати, по поводу пробив там уголовное, да, мы рассматриваем в рамках уголовной, там, пример уголовной ответственности. Это интересный случай, когда сотрудник там... полиции вот в WhatsApp там имеет доступ к базам данных, выдавал информацию своим знакомым, там, ну, скорее всего, там за деньги, вот, но тем не менее он там выдал информацию об одном из клиентов, о его автомобиле, там, штрафах и так далее, вот, выдал клиенту. Ну и, собственно, там была уголовная ответственность. Вот, мы это делали. Можно ли передавать медицинские данные о пациенте по открытым каналам, если там есть согласие на передачу данных по открытым каналам? Нет, это, кстати, да, здесь в любом случае шифруйте. Как бы шифруйте, закрывайте. Ну, как бы здесь надо обеспечить безопасность этих данных. То есть, ну, как бы, как доказать то, что... Ну, здесь надо, наверное, доказать будет то, что клиент не дал согласие на по открытым каналам, а получается, он дал дело вообще доступными данными, но сделать там, мне кажется, это не очень хорошая схема. Нет, однозначно шифруйте, защищайте эти данные. Даже в больничных ставили шифр болезни, да, вот вы поняли, что даже и по этому шифру можно определить болезнь, поэтому сейчас в диагнозе не ставится ничего. Ну да, да, да. Получается, можно только врача посмотреть, фамилию и... Ну да, это анекдот, анекдот в свое это время был там, тоже связан с персональными данными, там в регистратуре там, человек подходит, ему дают согласие. Он говорит, а если я не согласен? Он отвечает, пишите, пишите. Да. Нам все равно. Ну да, Mail.ru. Ну, дело не в том, что Mail.ru считается открытым или не открытым. А, как бы, здесь немножко надо конкретизировать вопрос. То есть мы передаем данные, да, то есть Mail.ru. Сейчас я подумаю. Ну, скажем так, само по себе, если там не даваться в подробности, само по себе то, что вы храните там данные на как бы, там, публичных почтовых серверах, это, ну, это их не защищает. То есть, ну, то есть мы не знаем, есть там сертифицированные средства защиты или нет. А если это касается там диагнозов и так далее, да, то есть мы должны применять средства защиты. Применить средства защиты нам на публичном сервисе Mail.ru, ну, это невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, это будет ну, нарушение в данном случае. Либо вам нужно подписать договор с Mail.ru. У вас же договора с Mail.ru нет, что они вам обеспечивают защиту персональных данных. Вот, кто это будет, ну, как это будет. Поэтому нет, однозначно там, ну, надо применять. Вопрос. При проверке Роскомнадзор поднимает всю историю назначения ответственности за обработку персональных данных или за какой-то определенный период. Значит, там была такая строчка. Первый момент. То есть там была строчка, то есть вопрос изменений, да, то есть как бы каких. Ну, то есть первый вопрос, там был вопрос такой, что вы смотрят на портале информацию, да, и соответствие текущей ситуации. Ну, если она соответствует, значит, ну, как бы вопросов нет. Если есть какие-то, были какие-то изменения, ну, например, у вас изменился ответственный, да, то посмотрят, а когда он изменился, да, то есть, ну, как бы, когда изменился и когда вы подали это изменение. То есть вопрос, будут ли смотреть историю, я не знаю, но, по-моему, нет.
данном случае посмотрят только последнего. Хотя, нет, последний, скорее всего, только последнего посмотрят. Могу, кстати, уточнить, если интересно, вы мне напишите на почту, я спрошу там, как бы компанию, которая недавно проходила, спрашивали. Но я не слышал такого, что спрашивали, смотрели там ретроспективу изменений. По древнему закону данную информацию требует защищать. Медицинская информация. Соглашение идет вразрез с законом. Мне кажется, согласие неправомерно ничтожно. Да, но там как бы само согласие передавать по открытым каналам, его как такового-то и нету. То есть там, ну, там мы, то есть согласие на передачу данных, да, но закон нас обязывает защищать персональные данные. Вот, либо, то есть мы должны обеспечить защиту их, да. Если мы пересылаем на Mail.ru, то есть, ну, какая защита в данном случае? То есть там, ну, это, опять же, мы когда проходим, у нас есть там уровни защищенности, вот, и там определенные требования. И в данном случае Mail.ru-то никак вообще не попадает. Так, вот это мы сегодня пошло. Есть требования другой еще раз подать данные на ящик Mail.ru. Но здесь вопрос того, кто ответственный, да? То есть мы, понятное дело, что как бы могут попросить передать, да. Но опять же, передать данные можно разными способами. Вплоть до того, что мы, ну, как бы мы можем передать данные, например, они в защищенном виде. Ну, взяли мы и зашифровали криптопрою, отправили на Mail.ru, ну, отправили тогда на Mail.ru. А человек без ключей доступа не откроет эти вещи. Ну и вообще мой совет, да, то есть вы как бы, когда используете публичные такие сервисы, да, то есть, ну, шифруйте данные, потому что там их ломают, да, то есть там от них приходит утечка, и вы никогда не узнаете, то есть откуда она ушла, если вы там храните информацию. Да, а зашифрованным архивом, ну, там это такой момент. Никто никогда не узнает, что у вас там в зашифрованном архиве. То есть изначально нет, это не средство криптографической защиты, то есть архив – это не средство криптографической защиты. Если вы там пропишете в документах, что вы там передаете архивам, ну, это неправильно, да. То есть есть постановление там ФСБ, да, и есть требования по защите, по использованию средств криптографической защиты. И там четко прописаны там эти вещи. Но архив вам помогает просто защитить, да, информацию. То есть, да, если у нас нет СКЗИ какого-то, да, вы передаете… Это, ну, это можно сделать, это там хорошая степень защиты. Но как бы только не в официальном процессе, никогда вы официально это все прописываете. Коллеги, давайте еще прям два последних вопроса и начнем расходиться, а то у нас сейчас будут с аудиторией проблемы. Остальные вопросы можно дать на почту, я отвечу. Кадров это сделано в связи с тем, что, ну, например, бухгалтер может меняться, да? Приказом однозначно. Параллельно, да? То есть, какое-то положение? Да, 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 должностные давать. То есть там, ну, это опять же мы рассматриваем, то есть назначить его приказом, пропишите в должностных обязанностях все, вот, по вот вещи, ну, чтобы было, ну, как бы, не только там в приказе, я понимал, что нужно делать. Вот это вот надо, да, обязательно вложить. А вот тогда, ну, тут же вопрос. Например, поменялся бухгалтер по расчету зарплаты, да? То есть всех опять мы, как бы... Ну, да, ну смотрите... Должны ознакомить, что вот тогда они там, например, Якунины давали, там, Ивановой свое согласие, а теперь у нас там Петрова. Вот мы... Нет, согласие дается на обработку персональных данных, да, для компании. В согласии там прописывается именно компания, там не прописывается, ну, как бы, да, ну, как бы человек, там, бухгалтер и так далее. Вот, поэтому в согласиях менять не требуется. При смене ответственности, да, вот, требуется только, как, ну, собственно, нового человека зафиксировать приказом, угу, посмотреть, чтобы у него были в должностных, он за это все расписался, подать уведомление в Роскомнадзор об изменении данных. Все. То есть
среди ответственного все равно уведомление. Да, уведомление человек поменялся, да, поменять. Поменялся адрес нахождения, да, адрес местонахождения базы данных тоже поменяйте. Тоже отправьте информацию. Потому что несоответствие это штраф. А вот получается ответственный, например, бухгалтер, там, дровик и бухгалтер, который перечисляет зарплату, вот, мне данные, то есть они все ответственные? Не один, назначайте одного. Все равно один, да? Несмотря на то, что обрабатывают? Да, а вот у вас будет перечень лиц, которые проводят обработку, вот они там будут все. То есть вы это тоже отдельно там пишете, там перечень лиц, вы их там всех прописываете. Вот, перечень там этих помещений, где обрабатывается, вы их тоже его сделаете. Перечень информационных систем, которые обрабатываются, тоже сделаете. Это... Ну, фактически не так, там идет перечень, то есть где ну, например, 1С, да, 1С бухгалтерии, да? Вот. Вот, вы это все указываете в этом перечне. Вот, и тоже один такой же лайфхак, посмотрите, может быть, что-то там можно удалить, то есть там какие-то вещи. Ну, например, у нас там была тема, когда человек, ну, есть там АБС у банка, да, ну, вот человеку не нравилось там работать, ему что-то там не нравилось, он себе поставил базу данных Access, выгрузил туда информацию и, собственно, там делал себе отчеты. Конечно, круто, да, но это еще одна информационная система обработки персональных данных. Сюда мы начинаем требовать, ну, как бы, вы должны описать ее, там, защитить соответствующим образом. Вот. Ну, и надо было просто поговорить с человеком, да, что, ну, давайте, может быть, там, программисты что-то доделают и сделают вам отчеты, которые нужны. Вот. Тем самым убираем одну лишнюю информационную систему. Вот. Тоже. Так, ну, и еще вопросы. Если в реестре организации до сих пор ОАО, а по факту уже несколько лет ПАО, грозят ли компании какие-либо штрафные санкции? Честно говоря, по-моему, да. Там, ну, идея какая? То есть подайте просто, измените, ничего страшного в этом не будет, то есть изменения вы внесете, вот, скорее всего, нет. Если придут и привяжутся к вашей там организационной собственности, ну, как бы, это, в форме, организация, ну, как бы, если вы сейчас проведете изменения, вот, то, скорее всего, ничего не будет. То есть, ну, вот, уже практика показывает, там, мы тоже, там, изменили адрес, да, местонахождение, да, отправили, никто там не пришел с проверкой, не начал это изменять. Но при проверке, если у вас не будет совпадения, да, то есть это, ну, если не совпадение, то это штраф. Так, можно ли получить план-схему этапа внедрения системы защиты, которая была на одном из слайдов? Можно. Вы мне напишите на почту, я вам отправлю. А это не будет в вашем личном кабинете выложена информация? Могу. Но могу. Единственное, что давайте выложат. Единственное, выложу. Ну, ближе, наверное, к субботе. Спасибо. Да, лучше уведомить как-то об изменениях, да, и не ждать проверку, да, я согласен. Коллеги, большое вам спасибо. Вот, если что, обращайтесь, рад буду помочь. Вот. Всего вам доброго, хорошего вечера, субботы. До свидания. Так, все, тогда я это закрываю.